Раз, два, три, четыре, пять. Проверка связи, друзья. Вижу в комнату. Все больше и больше партнеров присоединяется. Давайте проверим связь. Отлично, куча десяток. Я, значит, делаю вывод, что меня видно, слышно, вернее, слышно, не видно, да, хорошо. Очень приятно видеть в нашей вебинарной комнате изумрудных мастеров и новичков тоже. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Просят уже поставить на запись. Друзья, на запись поставила. Если технически все сложится, обязательно сделаем, выложим, да, ссылочку через лидеров узнаете. Но все-таки рекомендую максимально погрузиться в процесс обучения именно сейчас, именно здесь, потому что никогда информация так не укладывается четко, когда вы вникаете здесь, сегодня и сейчас. Я знаю кучу историй, когда люди копят записи, и потом их совершенно не слушают, и, соответственно, дело не сдвигается с мертвой точки. А когда вы сейчас, даже если вы послушаете, что-то не запишете, что-то упустите, обязательно что-то в голове у вас уложится, у вас, по крайней мере, появится понимание и видение того, что нужно делать. Тема сегодня сногсшибательно интересная, мега важная. Это запуск нового партнера. В связи с этим, друзья, вы знаете, у меня манера общения, да, с вами, проведение вебинара. Кстати, я не сказала, как меня зовут, уже думаю, наверное, все меня уже по голосу узнают. Давайте, конечно же, наверняка есть новые партнеры, с которыми мы еще лично не знакомы, через вебинар не знакомы. Я представлюсь. Меня зовут Олеся Селезнева, я являюсь сапфировым мастером компании «Армель», и живу я в городе Оренбург. Вот, спасибо большое, что меня узнают. Очень-очень, друзья, приятно. Так вот, наверняка у многих из вас были такие моменты в бизнесе, вот вы такие воодушевленные, заключили контракт с компанией, начали активно действовать, у вас пошли люди, они, больше даже скажу, они даже начали делать акции новичка, а потом раз, и в следующем месяце 0 баллов, и еще через месяц опять 0 баллов, и вы не понимаете, а что же с человеком не так? Что нужно делать, почему упал товарооборот? Скажите, друзья, кто сталкивался с подобной ситуацией, да? Отвечаем честно, всегда за живое общение, потому что когда я вижу вашу обратную связь, я понимаю, чем больше могу быть для вас доступна и какие моменты мы с вами сегодня будем затрагивать, да? Да, сталкиваюсь до сих пор, очень много таких, да, действительно, каждый, наверное, второй партнер, да и честно, положа руку на сердце, говорю вам, что и я с этим сталкивалась, и с этим сталкиваются все, и вот сегодня мы ответим, друзья, на вопрос, а что же делать в такой ситуации, кто прав, да, кто виноват, то ли спонсор, то ли партнер такой нехороший попался, но это я люблю еще и юморить, поэтому имейте в виду, мои вебинары всегда такие проходят в такой форме, не теоретической, как у доски учительницы, да, именно, чтобы вам запомнилось, чтобы было интересно и так легче мне общаться с вами. На самом деле, все просто зависит от такого понимания, как запуск нового партнера. То есть мы с вами обучаемся по четвергам в цикле «Запуск», да, затрагиваем очень много важных тем, да, как пригласить на встречу, как вести базу контактов и так далее и тому подобное. Но вот когда у нас появились люди, я знаю, что многие перерекрутировать боятся, потому что думают, а что же я дальше с этими людьми буду делать? Ну, процесс просто останавливается. На самом деле есть, друзья, механизм отработанный, механизм, который просто нужно запустить в работе с людьми, и он называется запуск нового партнера. Вот что это такое, что нужно делать, да, то есть
цель, давайте я вам озвучу цель сегодняшнего нашего вебинара, да, цель запуска новичка – это закрепить нового дистрибьютора в вашей структуре. И какие задачи перед вами встанут, да, то есть, допустим, что нужно познакомить с товаром, что нужно влюбить человека в продукт, что нужно сделать его потребителем, потом научить его, допустим, рекомендовать продукцию. А следующий этап – это приглашение в бизнес и включение в систему обучения. Вот на эти вопросы сегодня мы с вами будем отвечать. И я уверена, те, кто до конца пробудет, да, в этой вебинарной комнате, вы с четким пониманием и с четким видением увидите, как же работать с новичками, чтобы через месяц, два, три у вас только этот процесс еще больше, как снежный ком, накатывался. Друзья, скажите, кому интересно, кто сейчас сказал: «Вау, наконец, я так ждала ответов на эти вопросы, я прям уже хочу, горю, и вот мой блокнот, ручка, и я уже сижу и готова записывать». Ага, отлично. Ой, друзья, столько много ответов. Спасибо вам, что вы такие активные, что быстро отвечаете. Все, вы меня заряжаете своими плюсиками, комментариями. Да, как раз сегодня накипело. Отлично, все. Я в полной готовности. Смотрите, самое основное, что вы должны понять, да, что же такое эффективный старт новичка, во многом, конечно, он зависит от нас с вами, потому что на первых встречах идет выстраивание отношений с новыми партнерами, с новыми людьми. Они приходят в ваши команды, у вас еще нет вот этих вот выстроенных взаимоотношений, понимания, и ваша задача на первых встречах вот эту самую цепочечку установить, выстроить тот мостик, да, по которому вы будете общаться. И по большей степени, вот из личного опыта я поняла уже, что запуск новичка – это больше индивидуальный процесс. Вы знаете, что есть несколько категорий людей, да, которые приходят на бизнес и которые приходят для личного потребления. И вот у меня раньше вставал вопрос, вернее, даже не вставал, а я понимала, что запуск нового партнера нужен именно тем людям, которые приходят в бизнес. И вот знаете, сейчас я поняла уже по прошествии, ну, работы, да, в компании сотрудничества, я поняла, и я делаю это сейчас для всех. Запуск нового партнера мы проводим каждому человеку, который приходит в компанию, именно с целью того, чтобы понять вообще, что хочет человек, да, открыть ему картинку видения, потому что у многих не получается не потому, что они не умеют, не хотят, а они просто не понимают, какой рабочий инструмент в их руках. Понимаете, о чем я сейчас говорю? Поставьте, пожалуйста, пятерочки, кто понял суть моего посыла, потому что буквально сегодня в офисе мы проводили встречу, пришла молодая пара, ребята, присоединилась сначала девушка и привез своего супруга. И, в принципе, он был настроен немножечко отрицательно, потому что он говорил: ну, понимаете, сетевой это не мое, это не та модель, я вот больше там, он пробовал себя в разных видах бизнеса. И знаете, оказалось, что к концу встречи у него глаза загорелись, и он сказал: ребят, вообще спасибо вам за то, что открыли картинку видения и понимания. Я понял, что это целая индустрия, и вот как раз-таки здесь я могу себя реализовать. Представляете, как здорово? Поэтому наша с вами задача действительно, вот как есть маленький ребенок, который этот мир еще совсем не знает. Вот наш с вами новичок – это тоже маленький ребенок, который приходит в этот мир с нулевым процентом знаний, да, понимание, видение. И, соответственно, наша с вами задача, я переключу слайд, а то чувствую, что я вам начала уже дальше говорить. А на первой встрече вот человек подключился, да, вот пришла ему папка, я говорю: слушай, давай с тобой встретимся на нашу первую совместную, можно назвать бизнес-встречу, да, можно там, не знаю, на кофе наш пригласить, это очень легко. Именно поговорить о том, что же ты хочешь. Может быть, я могу тебе помочь в
плане информации о продукте, а может быть, тебя заинтересует дополнительный доход, а может быть, ты вообще в поиске, и тебе интересно, да, новая индустрия, я тебе помогу, подскажу, как через инструмент новый, да, а именно компанию Армель, ты сможешь реализовать свои мечты, цели, планы, может быть, закрыть какие-то финансовые вопросы. То есть для меня всегда встает на первом месте человек, что ты хочешь, что ты готов делать, когда ты готов, да, потому что кто-то хочет, но откладывает это на потом, то есть он не готов действовать, он думает, что, ага, ну сегодня вот я пока подожду, сегодня не продажный месяц, сегодня же январь, ну все еще отдыхают, не зарабатывают, а на самом деле для меня январь это месяц возможностей, потому что в январе, да, начало года, люди как раз-таки ищут новые возможности, они проанализировали свой прошедший год, они строят планы на новые там покупки, на новый отдых и так далее. И очень много людей ищут эту возможность. И наша задача услышать, что же хочет человек, да, и показать, как он это может достигнуть через инструмент Армель. Да, я никогда не говорю, что ты знаешь, мы самые крутые. Нет, я, ребят, знаю, что мы самые крутые, что у нас компания номер один, и лучше-то на сегодняшний день для нас ничего нет, но люди, когда вот слышат такие слова, они расценивают это, ну все, попал в секту, тут передо мной какая-то зомби сидит. Это реально так. И наша задача, то есть трезво показать, смотри, вот, вот тебе руль, вот тебе педали, вот тебе тормоз, вот тебе газ, садись, поехали, да? И а что ты готов для этого делать? Потому что многие хотят в первый же месяц получать 100-200 тысяч рублей, и при этом они готовы только взять папку, и все, да? Встречались с таким? Вот, поэтому еще раз проговорю, что, да, важно понять, ради чего новый партнер готов активно действовать. Это должна быть его цель. То есть не я хочу закрыть, допустим, новую квалификацию, ага, новичок, ты мне попался, давай, давай, надо, надо, нужно прорыв осуществить. Нет. Если мы начнем насягать, да, на новичка, говорить, надо, давай, ты ничего не понимаешь, перед тобой вообще новая возможность, а ты слышать ничего не хочешь, у человека просто вот как на картинке у смайлика, он скажет, боже мой, куда я попал. А все-таки у нас шикарная миссия в компании, да, живи, люби, твори, и люди у нас действительно должны получать не только финансовое вознаграждение, да, но и моральное удовлетворение, да. А мы несем с вами очень глубокий смысл, это, конечно, немножко лирическое такое вступление, но на самом деле, друзья, это очень важно. Согласны со мной? Поставьте, пожалуйста, пятерки, кто согласен, что деньги, конечно, играют большую роль, но мы должны с вами тоже не забывать, что мы с вами творцы, да, действительно. Угу. Супер, супер, как приятно видеть команду единомышленников на самом деле. И смотрите, вот когда человек приходит в бизнес, да, начинает любое какое-то общественное, даже не общественное, любое новое дело для него, он всегда боится, да, чего-то, потому что новое, неизведанное, всегда возникает куча вопросов, а вдруг, а если, а что будет и так далее. И мы приходим с вами в такой, скажем, мир, где есть уже какое-то общественное мнение людей, ну, например, что сетевое – это пирамида, да, есть же такое мнение. И вот люди, которые не разобрались, а компания Армель, например, пирамида это или нет, финансовая пирамида или нет, лохотрон или нет, они подвержены вот этому общественному мнению. Вот бабушка там на пятом этаже сказала, а еще и соседка сказала, и вообще таксист ехал, сказал, что это все фигня, потому что он сам таксист, он никогда не был сетевым предпринимателем, да? И вот это общественное мнение на людей очень сильно влияет. Вот вообще, да, человек так устроен, что он негативное быстрее воспримет, чем позитивное, да, какие-то вот сплетни, вот что-то пообсуждать, это, ага, мы мастерики в первую очередь, а что?
чем-то разобраться, мы лучше скажем, да все это фигня, нежели действительно потратить время и в что-то вникнуть. Да? Согласны с этим? И как этому противостоять, друзья? Да очень легко этому противостоять. Вот у меня, опять же, да, никогда мне люди не говорят, ваши духи не пахнут, или ваши духи подделка, а вашей компании ничего не заработать. Как думаете, почему? Пока вы пишете, пока думаете, я уже вам даю ответ. Да потому что, друзья, у меня в голосе и во мне сидит железобетонная убежденность, что наши духи пахнут, потому что я ими сама пользуюсь. Мне ни один человек не докажет, что они не пахнут. Потому что если мне такое скажут, я начну разбираться, я начну докапываться, а какой номер, а приедь, покажи, а давай я понюхаю, да? Были же такие случаи. А вот у новичков, которые, возможно, не попробовали продукт, которые вообще не уверены в бренде, в торговой марке, они сказали, а потом человек говорит, не пахнет. Он такой думает, елки-палки, что я сделал, что предложил? Ведь говорили же мне, что вот фигня это все, понимаете? А вот когда вот такая убежденность, это называется собственное мнение. Когда у вас есть собственное мнение, когда вы что-то попробовали, и у вас сложилось ваше собственное впечатление, не Олеси Селезневой, не Володи Селезнева, не ну, любого, да, человека, то вам это дает уверенность, металл в голосе, и человек уже прислушивается к этому мнению. То есть вы своего рода выступаете в роли эксперта. Поэтому, почему я вас так долго к этому подводила на примере, да, своей собственной жизни, потому что нужно, чтобы у вас сложилось собственное мнение о продукте, собственное мнение о компании, то есть об этих темах мы, конечно, сегодня широко не поговорим, но чтобы вы понимали, да, из каких кирпичиков это складывается. Вот. В целом, чтобы вы тоже понимали, вот все просят, да, вот скажи секретную кнопочку, вот скажи секретную фразу. Вот как нужно звонить? А недавно вообще я так смеялась, друзья. Мне ВКонтакте написала девушка и попросила меня помочь ей составить фразу, что же написать на подъезде, чтобы заинтересовать Армель. Я смеюсь до сих пор, друзья. Ну, знаете, ну если бы была волшебная фраза, давно бы все были бриллиантами компании, да? Вот я не понимаю, зачем изобретать велосипед, если он уже изобретен. Вот, знаете, мне хотелось ответить этой девушке, вот знала бы, давно сама написала, да? Не нужно изобретать велосипед, нужно просто брать тот инструмент, который уже есть, который делает. Кстати, выяснилось, что девушка, она не посещала ни одного обучения компании, может быть, посещала, но не применяла это на практике. В общем, ну, как бы все плохо, ничего не получается, и вообще, не знаю, как вы зарабатываете здесь деньги, да? Вот. Но, я говорю, самое-то поразительное, знаете, ни разу ничего на подъездах не писала. У меня работает совсем другая схема, совсем простая. Вот. То есть основные кирпичики, да, вот мы хотим получить результат. Вот из чего он складывается, да, в чем же секреты успеха? Да секреты вообще, они элементарные. Это обучение, что вы сегодня делаете, вы большие молодцы. Это, конечно же, личное потребление. И дальше это уже работает как рекомендация, как приглашение. И вот когда вот этот вот круг, вы в него вот вошли и по кругу катитесь, и этот снежный ком, он все больше. И, может быть, кто-то видел мой ролик, да, со стогом сена, когда я его одна двигала, мне было тяжело. Вот, когда мы там с партнером начали, уже легче, но все равно тяжело, а втроем мы его легко вообще сдвинули. И вот этот вот сток, он потом просто сам катится, а вы уже можете отойти и просто наслаждаться процессом. Вот, вот примерно здесь то же самое. То есть нужно всего-то навсего запустить процесс.
И вот сейчас, друзья, начинается сердце нашего обучения, прям самая-самая конкретика. Итак, первый шаг, с чего должен начинать новичок, который приходит в нашу с вами компанию, это личное предложение. Да? Какая цель вообще вот прихода в компанию, да? За что нам компания платит? Вот человек должен четко понимать. Я всегда говорю, смотри, ты начал сотрудничать с компанией Армель. Что такое Армель сегодня? Сегодня Армель – это большая торговая марка, которая включает в себя 4 направления. Каждое направление, оно индивидуально, каждое по себе. Оно очень перспективное, это отдельная ниша. Но в целом ты должен там, или должна понимать, что мы делаем популярную торговую марку «Армель», и нам за это платит компания, причем платит очень хорошо. И здесь основные выгоды, что мы сами пользуемся качественным продуктом, экономим, да, и плюс, если мы еще о нем рассказываем, даем человеку попробовать, да, делаем перед ним выбор, то мы уже участвуем в распределении прибыли, да, от компании, товарооборот компании с каждым днем растет, и, соответственно, растут ваши доходы, ваши чеки. Понимаете? То есть вот она идея. Когда человек, вот если начать ему говорить заумными фразами, сложные подсчеты, схемы писать, но не встречала я таких людей, которые прям раз сразу говорят, о, да, это для меня. Нет, все говорят, господи, да когда мне, у меня основная работа, у меня дома муж, у меня дети по лавкам, и вообще мне не до этого, согласны же, да? Вот, поэтому, а когда мы говорим простыми вещами, слушай, вот ты же знаешь бренд, например, Рибок, да? Ты же знаешь, например, магазин Пятерочка, понимаешь, это так, такая же торговая марка, и тебе же ничего не стоит порекомендовать, что, например, в Пятерочке вкусная там рыба или еще что-то. Ну, это я сейчас к примеру говорю. Вот то же самое, только вот у нас есть вот такой продукт, такая торговая марка, и почему сегодня выгодно сотрудничать с нами. Вот это и называется видение, раскрыть человеку дверь и показать возможности. И личное потребление, оно заключается первое с себя. Помните слайд «Общественное мнение и личное мнение»? Вот общественное мнение может быть, что духи Армель – подделка, что кофе вообще фигня, его пить невозможно. Вот могут, люди же говорят разное, да? Кто-то от зависти, потому что позавидовал вашему доходу, а может быть, кто-то просто потому что не может купить. А вот ваше личное мнение, что это шикарная линейка, которая позволяет пользоваться качественным парфюмом по доступной цене. И я предлагаю сделать это тебе. То есть в первую очередь мы, для чего мы делаем акцию новичка, друзья? Не для того, чтобы, ну и отчасти и для того, чтобы заработать, но я сейчас партнеров запускаю, говорю, сделай акцию просто для того, чтобы продукт попробовать. Заработаешь ты потом, когда у тебя сложится свое личное мнение, как ты сможешь рассказывать про кофе, что он вкусный, ароматный, если ты не попробовала? Да? Вот, в общем, дольше рассказывать, что сахар сладкий, нежели мне дать тебе кусочек и просто попробовать. И ты поймешь, что он сладкий. Начинаем с себя. Здесь обязательно я проговариваю, что есть шикарный инструмент. Это акция PRO и акция PRO 100. Да, чтобы человек тоже знал, что у него есть такая уникальная возможность купить товар и еще получить плюсом подарок. Все идут в магазины на распродаже, на скидки. Не потому, что там в семье прям порошок вот завтра заканчивается. Нет, берут на перспективу, да потому что сейчас скидка. Так говорите о наших предложениях тоже. Говорите о них дорого, искренне, с выгодой для человека. То есть всегда нужно показать выгоду. Следующий вопрос. Когда мы получили собственное убеждение для себя, мы смело можем рекомендовать это для близкого круга, для теплого, да? Ну что нам стоит порекомендовать любимой маме, любимой свекрови, папе, брату, сестре продукт, который вам нравится, на котором вы сэкономили? Это сложно, друзья?
Нет, это несложно, я даже за вас говорю, даже не жду ответов в чате, да? Мы начинаем рекомендовать для семьи. Когда мы видим уже благодарных клиентов, да, мы получаем отзывы, нам уже не страшно говорить это на весь мир. И вот здесь включаются и холодные контакты, и ваши новые знакомства, ну, в общем, для окружения. Согласны? Итак, первый шаг – личное потребление для себя, для семьи, для окружения. Вы, так, сейчас потеряла мысль. Ваше лицо – это ваша реклама, да? То есть по вас судят, чем вы пользуетесь. Если от вас пахнет парфюмом Армель, то вы уже являетесь рекламой, да? Вспомнила, вы продукт своего продукта. Вот начала выдумывать, тоже, конечно, правильные вещи, но вы продукт своего продукта. Можно иметь промо-кейс, это ваша витрина вашего бизнеса, да? Вот, следующий момент. С этим понятно, друзья, с первым шагом? То есть человек должен понимать, что первое важное – это личное потребление. И, кстати, вот к слову, очень важная деталь. 60% вашей сети – это будут друзья, не бизнес-партнеры. Это будут лояльные потребители бренда. Те люди, которые скажут, нет, у меня есть свой бизнес, мне бизнес компании не интересен. Те люди, которые скажут, я это не умею, я не хочу, это слишком сложно. Но люди, которые будут любить наш кофе, будут пользоваться каждый день нашим парфюмом, будут чистить зубы нашей пастой и так далее. 60% основной товарооборот складывается именно на лояльных потребителях. И вы, может быть, уже и не будете в активной фазе рекрутинга, люди будут в ваших структурах, которые будут ходить и потреблять продукт, только потому, что он им нравится. Представляете? Представили эту картину? Вот так, друзья. Следующий, второй шаг, это уже как раз-таки рекрутинг, да? И здесь важно ответить новичку на ряд вопросов. То есть у него должно быть четкое понимание, где, как, сколько людей приглашать вообще, где искать, да, что сказать. Этому, опять же, ну, в первой встрече, естественно, я про это не говорю, и ну, можно просто перезагрузить человека, и он уйдет с квадратной головой и скажет, Господи, Боже мой, зачем я пришел на эту встречу? Нет, но вы должны обязательно понять, что есть четкая система, да, где есть ответы на твои вопросы. Вот, то есть ты поймешь, где искать людей, сколько нужно делать приглашений, как приглашать. Мы тебе всему этому научим при твоем желании. Да? Если ты готов, если ты хочешь, то давай, я тебе протягиваю свою руку. Очень важно человека предостеречь насчет отказов. Да? Самое страшное, друзья, для новичков, вспоминайте себя. Я тоже вспоминаю себя, когда сегодня готовилась к вебинару, я ну, вспоминала свои первые шаги, и самое-то страшное – это услышать отказ, это услышать, что да что ты мне какую-то фигню предлагаешь, да, или что это не работает и так далее. Но когда есть в голове четкое убеждение, четкое видение и есть ответы на эти самые возражения, это просто называется, друзья, работа с возражениями. И это очень легко и просто. И сейчас я даже больше люблю людей, которые начинают возражать, потому что возражающий человек – это ищущий человек, это разбирающийся человек. И здесь важно просто дать человеку такую картину, что, слушай, отказы-то, это не так страшно, как ты думаешь, и это вообще нормально. И самое главное сказать, что отказы будут. И отказов будет больше, чем положительных ответов поначалу. Но чем больше будет у тебя отказов, тем выше будет у тебя результат. Вот такая вот простая формула успеха. Больше отказов – больше результат. Понимаете? Поставьте, пожалуйста, пятерочки, кто понимает нашу систему, что у нас бизнес статистики, что в нашем бизнесе без отказов нельзя.
Вот, смотрите, много пятерок, то есть вы понимаете, что отказы – это нормально, значит, вы через это прошли, правильно я понимаю? Соответственно, вы это же самое должны донести до вашего партнера, что отказы – это не страшно, не будут их, будет много. Просто настройся получить, например, 100 тысяч отказов, и у тебя при этом будет тысячная сеть. Ты готов слышать «нет» ради своей тысячной сети? Я, друзья, готова. Я это слышу каждый день. И даже несмотря на то, что есть результат, есть четкое видение, убеждение, есть отказы, потому что без них никуда. Вы сами в жизни очень много отказываетесь, да? В магазинах, не знаю, каким-то звонкам по телефону. И люди же после этого не вешаются, они продолжают жить, да, и здравствуйте, все хорошо. Вот, то есть подготавливаем заранее. И все это можно сделать уже на первой встрече. И еще один важный момент. Человек, который готов, да, он скажет, да, я, в принципе, готов к этому всему, начнут появляться у него люди, и вот этим людям-то как раз-таки будет нечего сказать, потому что человек еще сам новичок. И здесь обязательно мы говорим систему 5-5-5. Знакома вам эта система? Кто по ней работает, поставьте, пожалуйста, плюсики. И поставьте, пожалуйста, минусы, кто не понимает, а что это за система, что это за такие порки вообще. Может быть, мы в школу попали, и нам оценки ставят? Ага, так, очень много минусов. Это значит, что в нашей комнате очень много новичков. Либо для вас сегодня потрясающее обучение, потому что вы узнаете секрет секретный. Вот, смотрите. Всегда новичку мы предлагаем работу совместную с спонсором. Я говорю, смотри, твоя задача просто взять и привести человека ко мне навстречу. Неважно, где она будет, в офисе, в кафешке, на работе. Просто доставь мне тело человека. Вот. Первые 5 встреч я проведу для тебя сама. То есть, ну, как бы это будет совместно, но эту встречу я буду тебе проводить я. То есть ты меня просто знакомишь с человеком, садишься рядом, закрываешь рот, говорю все я. Ты сидишь и слушаешь, учишься. Вторые 5 встреч мы проводим 50 на 50. Ну, например, ты начинаешь, я встречу завершаю. Либо я начинаю, ты встречу завершаешь. И следующие 5 встреч ты проводишь самостоятельные встречи, где ты говоришь, а я сижу, молчу и наблюдаю. Потому что, друзья, со стороны всегда виднее, что мы говорим не так. Вот нам кажется, что ну все вообще сказала то же самое, как меня учили, оказывается, либо 2 слов связать не смогла, ну, со стороны, то есть критика должна быть адекватная, да, либо наоборот, я сталкивалась с тем, что партнеры на первых встречах столько информации выливали на человека, что он просто пугался и уходил, и переставал брать телефонные трубки. Знакомое такое? Вот. И чтобы такого не было, можно и по скайпу, неважно, если вы не в одном городе, можно это делать по скайпу, и нужно. И лучше, друзья, если вы проведете 5 провальных первых встреч, где вот вы вообще ничего сказать не сможете, но потом ваш спонсор сядет и скажет, смотри, вот здесь вот то-то, то-то надо было сказать, а вот здесь вот так вот, то есть вас поправят, и вы уже будете четко понимать, на 5-ю встречу, я уверена, вы ее сами уже блестяще проведете, но лучше 5 контактов запороть, чем вы, скажем, весь свой список, да, просто отработаете людей неправильно, неправильно проведете им встречи, они скажут, хорошей уникальной возможности нет, да. И, кстати, на этой же встрече, вот когда мы про это говорим, можно сразу предложить человеку сделать первые звонки, назначить встречи, обязательно начать писать список, то есть это те моменты, опять же, которые мы проговариваем курсе запуска новичка, вот, и которые обязательно проговариваем, не все прям досконально, да, разбираем на личной вот такой встрече. С этим понятно, со вторым шагом? Как включить в процесс рекрутинга?
То есть, смотрите, первое, да, мы учим человека сделать звонок, пригласить на встречу, и самое главное, чтобы человек пришел на эту встречу. А дальше мы работаем по схеме 5 плюс 5 плюс 5. Уловили эту идею? Теперь у кого минусики были, вы можете этот минус превратить в плюс? Вам стало это понятно? Уже тогда отвечайте «да», чтобы я поняла, что те люди, которые писали минус, они сейчас поставили плюс. Супер. Отлично, отлично, друзья. Угу. Здорово. Все, ни одного минуса, значит, я донесла до вас эту идею. Вот, и мы двигаемся дальше. И третий шаг – это включить систему человека в систему обучения. Вот вы сейчас присутствуете на данном вебинаре, значит, вы вовлечены в процесс обучения. Да, конечно, имеет значение, что после этого обучения нужно внедрить это все в практику, но вы, в принципе, уже в этот попали, да? И вот здесь вашим людям, вашим новичкам тоже важно понять, зачем же работать в связке со спонсором. Друзья, бывает такое, что... Сейчас все к тебе толпой ломанутся, а я останусь ни с чем. Бывало такое? Так, звук пропал. Раз, два, три, четыре, пять. Звук исчез. Так, что сделать? Звук исчез. Так, появился звук? Раз, два, три, четыре, пять. Поставьте, пожалуйста, десятки, кто меня слышит. Верните Олесю. Десяточки пошли, видимо. Так, давайте еще раз. Кто меня слышит, поставьте, пожалуйста, десятки. Так, друзья, очень много кто слышит, поэтому у кого нет звука, просто перезайдите. Перезайдите, может быть, какой-то, не знаю, технический сбой. Перезашла, все равно нет звука. Обновите страничку. Просто смотрите, если я сейчас перезайду, остановится запись. Это однозначно уже вот такое было. Так, слышно? Не пойму, 50 на 50, у кого-то слышно, все отлично. Все, слышно? Кому не слышно, перезаходим, я продолжаю. Куча десяток. Спасибо, друзья. Итак, то есть я говорила о важности работы в связке со спонсором, да, что у многих новичков очень часто возникает такое ощущение, что зачем же я сейчас буду пиарить его, когда все пойдут в структуру к нему, а я останусь ни с чем. Вовсе нет. Смотрите, для чего это нужно? Во-первых, я никогда не боюсь пиарить лидеров наших лидеров нашей компании, вот, потому что благодаря их успеху, на их успех приходит в команду ко мне. То есть это вот, ну, закон тоже, который работает, да. Каждый лидер никогда вообще не пройдет стороной вас, а наоборот, он сделает построение на вас. Как это работает? Вы, скажем так, пиарите своего спонсора, а спонсор пиарит вас. Это называется встреча 2 на 1. Но для чего это важно? Смотрите, поймите одну такую штуку. Когда вы приходите в компанию, у вас нет еще результата, у вас нет еще четкого понимания, видения и, возможно, нужных слов, да, чтобы человек воодушевился и загорелся. Но когда вы зовете на результат командный, на результат человека, который уже прошел путь, и вы готовы взять на себя ответственность и вместе командой достичь результата, это и называется работать в связке со спонсором.
И спонсор вам поначалу очень-очень сильно может в этом помочь. Ваша задача просто приглашать людей и направлять его там в офис, или где спонсор готов провести для вас встречу. Вот, к сожалению, когда мы начинали так, бизнес, да, у нас ну, не было такой прям помощи, чтобы спонсоры находились всегда рядом. Но, тем не менее, сейчас у вас во многих городах уже появились лидеры, которые знают, вернее, получили результат, да, уже на собственном опыте, и это вам командная работа, да, когда человек приходит на результат, приходит в команду. Так, немножечко отвлекаюсь на чат. Звук есть, все. То есть поняли, да? Поставьте десятки, кто, вернее, поставьте пятерки, кто понял, возможно, у кого было, да, такое предубеждение, что зачем я буду пиарить своего спонсора, потому что кому он пойдет, новички пойдут туда, вот. И теперь вы поняли, что, в принципе, для чего это нужно. Вот. Итак, следующий момент – это зачем быть на событиях компании? Потому что, опять же, если мы встаем на место новичка, он думает, ну, конечно, классно поехать, классно развеяться, получить порцию новой информации, но пока-то я еще ничего не заработала. Вот я как только заработаю, я сразу куплю билет на события, у меня будут деньги на работу, ой, на дорогу, и на проживание и так далее и тому подобное. Вот могу сказать, что не будет такого, что будут свободные деньги, чтобы человек взял и поехал на обучение компании. Здесь только ваше видение, только ваша убежденность может дать человеку картину «зачем?». Вот поставьте, пожалуйста, пятерки, кто купил билеты на ближайшие события, на наши саммиты мастеров. Кто, у кого есть четкое убеждение, что там нужно быть и для чего он там будет? Супер, отлично. Много-много уже есть таких. На самом деле, вот знаете, один из секретов – это как раз-таки, вот, допустим, мой, да, нашей семьи в том, что мы не пропустили ни одного события от компании. Что дает эти события? Да, они дают, друзья, видение и убежденность. Это не просто поехать потусоваться, это бизнес-интенсив, без которого не будет вашего роста в компании. Вот я бы сказала так, это реальная промывка ваших мозгов. Вот на первых школах, когда пришла только в компанию Александра Шудегова, директор по маркетингу, мне казалось, что она просто брала мой мозг, вот так вот его по новой заряжала информацией, и потом бац, мне в голову опять, и у меня какая-то лампочка зажигалась. И с каждым событием она зажигалась все больше, 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 и сейчас она прям горит, что ей уже не потухнуть. Возможно, если бы я не посещала компании, события компании, у меня бы эта лампочка и не зажглась, потому что у меня не было бы видения для чего. Зачем? Сейчас я четко могу сказать, что если человек настроен на бизнес, если он хочет денег, то вместе с папкой вы должны продать ему билет на события. Обязательно. То есть это обязательное условие, это не оговаривается. Вот. То есть с этим понятно, да? То есть опять же открываем видение. Зачем? Следующий один тоже важный момент, зачем практиковать каждый день звонки, приглашения и встречи, да? Здесь человеку важно дать картину понимания, что это процесс, который складывается по крупицам. Не бывает такого, что вы месяц ничего не делали, и в один день пошли, сделали 1000 контактов или 1000 звонков, и вдруг бабах, и все у вас получается. Нет, в нашем деле нужна практика. Я говорю, пусть лучше, ведь у каждого же свой темп, да, вот у меня это определенный темп, там 20 контактов в день. Кто-то скажет, боже, 20, да куда это вообще?
Нет, это не для меня. А кто-то скажет, 20, да вообще это мало, я вот 100 делаю, да? Поэтому в нашем деле важна регулярность, друзья. Пусть 5 звонков, но каждый день. Пусть 5 аромоподборов, но каждый день. Пусть одна встреча, но каждый день. Потому что если вы каждый день проводите встречу, у вас за месяц будет как минимум 30 встреч. А из 30 встреч у вас как минимум будет 10% людей, которые примут решение, которые придут в компанию на вас, на продукт, на идею. 30%, друзья, срабатывает. Поэтому если вы проводите одну встречу в месяц, о каком вообще доходе ты хочешь услышать, да? То есть вот эту картинку я тоже человеку открываю на первой встрече и говорю о регулярности этого процесса. И, конечно же, мы тоже говорим, да, зачем активно участвовать в презентациях и быть на школах. Ну, послушал одну презентацию, да и хватит, многие так думают. Вот. У меня другое мнение. Я до сих пор бываю на презентациях, уж казалось бы, чего я там не слышала. А слышу я каждый раз новое. Я слышу новые слова, новые фразы, новые обороты. Я слышу каждый раз новые эмоции тех лидеров, которые проводят вебинары. И я, друзья, от этого тоже заряжаюсь. Я понимаю, что вместе мы сила, вместе мы волна, которая просто накрывает все города и страны. И от этого мы еще больше, да, получаем драйв, позитив, и вместе нам уже ничего не страшно, да, согласны? Это как любимый мой пример, когда вот один волосок, его легко взять и разломить, да, порвать. Но если вы берете копну волос в хвосте, вы не разломите. Вот, так, вот такая же сила вместе с вами. И поэтому очень важно быть на презентациях и на школах, независимо, знаете вы эту тему, давали вы ли ее, слышали ли ее, уже же были, все равно мы присутствуем. Это тоже один из секретов достижения успеха, да? И помните, да, вот такой пазл. Информация, полученная из какого-то источника, дает вам знания. А знание превращается в навык. Когда вы владеете навыком, вы уже становитесь не теоретиком, а практиком. И вы можете применить свои навыки в любом месте, здесь, сегодня, сейчас, в своем городе вы находитесь, уехали вы отдыхать, рабочая ли у вас командировка, просто ли вы переехали и с нуля где-то живете, вы можете начать этот бизнес. И когда я это поняла, у меня просто вообще еще одна лампочка загорелась, да? И очень важно купить билет на ближайшее событие. Ближайшее событие – это наши саммиты, да? Коль уже про это речь зашла, давайте я вам оговорю. С 30 по 31 марта запишите, пожалуйста, себе, кто еще не владеет этой информацией. Это саммит мастеров в Астане. Это будет азиатский саммит, который соберет партнеров с Казахстана, Таджикистана, с Киргизии. То есть эта часть, да, с 6 по 7 апреля будет саммит в Красноярске. Саммит мастеров, да, господи, уже мысль потерялась. Красноярск. Здесь соберут партнеры с Сибири, с Дальнего Востока и с Урала, да, территориально. С 12 по 14 апреля это у нас будет Южный саммит, это Ростов-на-Дону, да. Там соберутся солнечные города, юг, море, тепло. Вот. И с 20 по 21 апреля это будет Казань. Казань объединит, наверное, все регионы, я так думаю, она побьет рекорды, то есть объединит весь лидерский состав. И хорошая новость, друзья, кто не знает, что билеты уже в продаже. И очень правильным решением после сегодняшней темы, даже если она касается запуска новичка, те, кто является новичком, либо те, у кого есть новички, это купить билет на ближайшие события и начать работать на это событие. Принимаем эту информацию? Поставьте пятерки, кто принимает. Оль, билет стоит 1000 рублей. Вот такая небольшая инвестиция в ваш собственный бизнес.
Супер, пятерки есть, значит, вы поняли, и вам задание. Если не купили, купить самим. Если купили сами, грош цена, если вы поедете один. Нет смысла ехать одному. Работаем на то, чтобы с вами были люди. Угу. Да, на дорогу проживания, конечно, это будет отдельно. Ну и когда человек приходит на первую встречу, мы, конечно же, протягиваем ему руку и говорим: добро пожаловать в нашу команду, в нашу семью. И вот здесь очень важно дать человеку основные ссылки, куда ему просто необходимо попасть. Вот, это же, конечно, наше мобильное приложение, да, мы можем его скачать с Play Market, либо с App Store. Обязательно показать человеку, как сделать реферальную ссылку. Надеюсь, что многие из вас это знают, да, что такое реферальная ссылка. То есть это сайт компании armel.world/ и ваш ID-номер. И когда вы даете эту ссылку человеку, он попадает на вашу личную страничку. Это называется реферальная ссылка, об этом тоже говорим. Вот, говорим про о нашей уникальной возможности пройти ароматест. То есть у многих новичков, опять же, встает вопрос, а как вообще подбирать ароматы? Да вот элементарно, скачай приложение, пройди ароматест, и за тебя уже выйдут ответы, которые просто останется открыть папочку и нанести человеку ароматы. Конечно, мы не имеем права не сказать о системе CRM, которая просто может поменять видение того бизнеса, да, в который вы пришли, потому что сейчас даже бытует такое мнение, да, что те компании, где нет этой системы CRM, у этой компании нет будущего, а у нас эта система, друзья, есть, и у нас впереди огромное-огромное будущее. Вот. Следующий момент, да, обязательно скачать такое приложение, как ClickMeeting, да, и многие из вас смотрят вебинары через мобильный телефон. Это очень удобно, это мобильно, но мы иногда забываем об этом говорить партнерам. Поэтому говорим, что у нас бизнес, он практически в телефоне. Сейчас у многих вся жизнь проходит в телефоне, поэтому скачиваем мобильное приложение и наслаждаемся нашими обучениями. Следующее. Это обязательно дать ссылки на официальные группы в компании, потому что очень много находится таких людей, непрофессионалов, да, своего дела, которые начинают скидывать всевозможную непроверенную информацию, а люди ваши все находятся в соцсетях, находятся и вот это вот читают, а потом поступают интересные вопросы: а что правда, что вот там то-то, 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 то-то? Я отвечаю всегда: ты это откуда взяла? Из официальной страницы в компании, тогда это правда. Друзья, я доверяю только официальной странице в компании. Вот то, что у меня есть в личном кабинете, что есть на официальных страницах в ВКонтакте, Одноклассниках, в Инстаграм, вот тому я верю. Другому ничему нет. И если сегодня появляются какие-то листовки, говорят, а вот есть ли у тебя такие, вот ты с такими работаешь? Нет. Я работаю только с тем инструментом, который вижу в своем личном кабинете, который мне предлагает компания. Да потому что я уверена, что за меня уже на 1000 шагов Александр Шудегов и вся компания, огромная благодарность тем людям, которые все это создают, работают. Я знаю, что это все продумано. Если чего-то нет, что мне сегодня хочется, это будет. Потому что это компания Armel. Вот больше я, наверное, ничего не скажу. Кто согласен, поставьте 100. Зарядим себя такими соточками, да. Следующий момент. Обязательно, да, официальный канал YouTube, Instagram. Обязательно говорим о нашем президенте Вячеславе Демидове и Яне Демидовой, о их семье. Обязательно об Александре Шудегове. Ни одна моя встреча не проходит без упоминания этих замечательных людей.
они, наверное, каждый день и кают. Вот, но на самом деле нельзя, нельзя, друзья, не говорить и не посылать посыл благодарности тем людям, которые вообще все это придумали, да, воплотили идею в жизнь и, самое главное, дали жизнь вот этому ростку. То, что мы имеем сейчас, это на самом деле очень мощный инструмент. И, возможно, кто это еще не понял, но просто вы еще не прочувствовали, что ли, это до конца. Вот. Поэтому, конечно, личные телефоны давать не надо, но ссылки на, опять же, да, Инстаграм обязательно даем, чтобы люди тоже видели, кто стоит у истоков компании, да. И иногда, да, прочитав какой-то пост человека, тоже меняется отношение, меняется видение. Вот. Ну и подводя итог, немножечко у нас, да, с этими техническими заминками разбирались. Смотрите, давайте подведем итог, да. Что же делает новый партнер для эффективного запуска? Вот сейчас перед нами такой отличник сидит, который делает все на пятерке. Вот что он делает? Первый момент, он планирует. Он планирует, он приходит на первую встречу со спонсором, говорит, что хочет, да, хочет и что он готов делать. Это называется планирование. С этого все, друзья, и начинается. Дальше он делает первый заказ для того, чтобы попробовать продукт, для того, чтобы у него сложилось собственное мнение о том, куда он попал, да? Следующий момент, он скачивает ссылки, те приложения, которые я сказала, я надеюсь, вы их фотографировали, то есть официальные страницы компании, группы. Кстати, можете знакомить своей вышестоящей оплинии, да, это тоже очень важно, чтобы люди знали, кто является активным спонсором. Сейчас, опять же, в кабинете эта информация есть, раньше этого не было, и я каждому новичку обязательно это скидывала. Следующий момент. Новый эффективный партнер делает первые звонки, назначает первые встречи со спонсором. Он не боится его пропиарить, не боится позвать на командный результат, потому что он понимает, к какому результату он придет в тесной связке работы со спонсором. Он работает по системе 5-5-5, да, три пятерки, хорошие числа, и вы сегодня поняли, что это за система, осталось ее только внедрить в ваши команды. А новый партнер эффективный, он работает, он участвует во всех презентациях, в офисе, онлайн ли, посещает обучающие школы, да, то есть он там, где его спонсор, вот так бы я еще сказала. Конечно же, он приобретает билет на ближайшее событие, а ближайшее событие у нас уже начнется в конце марта и затронет практически весь апрель, и наша семья уже купила билеты на саммит, и обязательно рекомендую это сделать и вам тоже, и, конечно, мы с вами увидимся, друзья, на саммитах, буду рада знакомству личному с вами, со всеми, и, конечно, самое главное, что он делает такой же запуск своим новым партнерам. Вот как говорят, да, бесполезно учить ребенка на теории, да, одень тапки, а сам стоишь без тапок. Ребенок, конечно, сделает так, как маму, папу видит. А если мы сами это делаем, то и делают наши дети, да, согласны? Соответственно, делать запуск новичка, отвлеклась на чат, делаем запуск новым партнерам, и эта система становится на эти рельсы, да, и очень важно, да, чтобы вы, приводя людей в компанию, да, в ваши команды, у вас запускалась эта система, для этого важен цикл звонки, встречи, презентации, обучения. Соответственно, наша с вами сегодняшняя задача провести встречи сегодня, завтра, в субботу, в воскресенье, в понедельник и пригласить людей куда? Правильно, на презентацию во вторник, которая состоится в этой же вебинарной комнате в 15 часов Москвы и в 21 час по Москве, кому какое время удобнее. Вот. А дальше мы включаем в систему
запуск и так далее и тому подобного. Изо дня в день мы вместе идем к достижению своих целей и достижению общей цели вместе, друзья, с компанией «Армель». Спасибо, друзья, что были со мной. Жалко, что часть людей выпала, но не стала перезаходить, чтобы сохранилась запись. Запись будет. Те, кто не услышал, что же такое за система 5.5.5, я приглашаю вас на вебинар, который состоит сегодня в 21 по Москве, и проведет его для вас уникальный лидер нашей компании, изумрудный мастер компании «Армель». Отличный человек, просто хороший друг, мастер своего дела Александр Маракулин. Саш, я буду обязательно на твоей вечерней школе, несмотря на то, что сегодня подготовила эту тему. В общем, друзья, все в 21 Москвы будем на обучении. Ну и выложим запись. Друзья, спасибо, что были со мной. Всем удачи, всем пока.